Томат курица суперклуша. Удивительный сорт со смешным названием. Если вы посадите этот сорт, то увидите, как он своей формой напоминает курицу с цыплятами. Плоды, которые спрятались под листочками и практически незаметны под листвой, действительно похожи на цыплят под курицей. Этот сорт из-за хорошего иммунитета можно выращивать во всех климатических регионах. В прошлом году я выращивала сорт клуша, он с красными плодами, а в этом приобрела суперклушу с плодами розового оттенка. Оба сорта не требуют особенного ухода, выращивается через рассаду, она не вытягивается, растет крепкой, толстенькой. Уникальность этого сорта состоит в том, что он формируется сам и не требует удаления пасынков, а количество его плодов просто невероятное. Так как томат низкорослый, я сажу его в лунки, а не в канавки. Он отлично плодоносит в теплице, но я предпочитаю выращивать его в открытом грунте. Подвязывать куст не стоит, лучше ставить подпорки под ветки с плодами. Куст очень загущен зеленой массой, поэтому листья, закрывающие кисти от солнца, лучше обрывать, но оголять не слишком сильно. Клуша любит обильный полив, но только не застой воды, а также рыхлый, хорошо удобренный грунт. Оба сорта универсального назначения, вкусны как в свежем виде, так и в консервации. А у обоих сортов аппетитные томаты правильной формы, со сладкой, сочной и очень вкусной мякотью. А кожица прочная и не трескается при консервации. Ознакомившись с этим сортом, я уверена, он завоюет ваше сердце, и вы тоже его приобретете. И не пожалеете. Суперклуша будет радовать вас вкусными и яркими ягодами. Хороших вам урожаев! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.